Люди, которые занимаются недвижимостью, они покупают много домов. Они же в этих домах не живут. Это все рабочие объекты. У меня точно так же. Я покупаю дома в Германии, сама живу в Швейцарии. Это никакого значения не имеет. Кстати, сегодня вот такой большой дом нашелся мне, пока я гуляла. Тоже можно его купить. Это дом в Швейцарии. В центральной части, тут недалеко озеро. Вот такой объект. Прямо остановитесь на объявлении, там есть контакты, и можете написать, узнать, какая стоимость этого дома. Дом, конечно, реально большой. Я немножечко еще сняла с обратной стороны. Сейчас немножко пройдем здесь по дорожке. Кругом цветочки, конечно, все очень красиво. Но дом стоит в продаже. Очень, я думаю, что большая площадь у него. Вот соседние дома такие симпатичные тоже здесь. Так, ну сейчас посмотрим. Вот он такой большой дом. Так что посмотрите по объявлению и можете тоже писать, узнавать, сколько стоимость этого будет дома.